История в реальных кадрах. В Доме культуры «Октябрь» стартовал фестиваль документального кино «День Победы». Вплоть до 9 мая на 6 площадках округа будут показаны 12 картин. Фильмы, основанные на реальных событиях, архивной хронике, рассказах очевидцев. Это правдивые свидетели нашей истории. Мы находимся на определенном идеологическом фронте. Вот и здесь... Данный фестиваль Одинцовский, он один из тех, как бы, и ласточек, и один из тех, так сказать, каких-то первооткрытий, где мы попытаемся донести ту правду, в частности сейчас правду о Великой Отечественной войне, которую дети, взрослые и вообще граждане должны знать. Это, я думаю, необыкновенно важно. Особенно для подрастающего поколения. В кинозалы, где проходят фестивальные показы, приглашают школьников, но с рекомендацией по возрасту. Некоторые документальные кадры для детей слишком жестоки. Страшной и бесчеловечной была война. Жанр документального кино – это не коммерция. На документальном кино невозможно заработать денег и невозможно заработать бонусов. Но вклад документалистов в развитие нашего общества, в сохранение материальных ценностей нашего общества абсолютно бесценен. Именно желание сделать общество лучше, донести правду, заставить думать и анализировать подарило идею создания такого фестиваля, говорит организатор Максим Кузнецов. Наш земляк, автор более 20 документальных фильмов. Его лента «Чума. Хроники Третьего рейха» открыла показ. Я очень надеюсь, что программа, которую мы составили, зрителю понравится. Зритель будет ходить на эти показы и будет ждать этого фестиваля в следующем году. Я хочу, чтобы фестиваль стал традиционным, расширил свою географию. Хочу, чтобы мы добавили сюда еще и игровое кино, но чтобы это был настоящий праздник кинематографа. Расписание показов можно найти на сайте Комитета по культуре Одинцовского округа. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».